дорогие зрители и подписчики моего канала. Хочу вас предупредить, что в ближайшую неделю, две, то и три, на моем канале не будет выходить новых роликов. Просто потому, что сейчас появились некие дела, которые нужно решить, и я буду просто занят. У меня не будет времени, чтобы уделять его и делам, и съемкам роликов. Поэтому немного будет надо подождать. Но за прошлую и позапрошлую неделю я снял достаточно много роликов, довольно-таки интересных. Если ты их еще не видел, то их можешь просмотреть. А также есть еще более старые ролики с поездками в Польшу, Германию, Чехию и так далее, которые ты можешь просмотреть также, потому что они довольно-таки интересные и познавательные. В дальнейшем ролики вернутся, но необходимо просто чуть-чуть подождать. Спасибо за понимание и всем пока-пока.